Биджей, ты жив. Скорее назад. Ты должен все рассказать Каролине. Эй, ты там. Выходи, ты окружен. Так и надо. Я ранен! Вы с черного рынка? Прошу вас, скажите Антону, что я заплачу. Он получит все, что ему причитается, клянусь. Мне же нужно было купить еды. Я умирал с голоду. Отличная работа в Раскопе, Блажкович. Все говорят о событиях в Раскопе. Здорово, что кто-то наконец решился выступить против генерала Цеты. Благодаря твоей победе еще несколько гражданских вступили в кружок Крейсау. Продолжай в том же духе. Удивительно, что ты еще жив. Взорвал что-нибудь интересное? Каролина, отряд столкнулся с сильным сопротивлением при продвижении к церкви. Отлично, Блажкович. Мы наблюдали за тем, как нацисты строят какое-то странное устройство в заброшенной церкви. Мы послали туда отряд бойцов, но им бы не помешала твоя помощь. Я отметила место на твоей карте. Будь осторожен. Блажкович, здесь ты уже ничего не выяснишь. Ступай к моим людям у церкви и помоги им уничтожить оружие нацистов. А, Герб Блажкович, я Ганс Шмидт, радист кружка Крейсау. Знаю, вы спрашивали о Золотом Рассвете, но я мало что знаю об этой организации. Об их руководителе, Леониде Александрове, много лет ничего не было слышно. Теперь же он считает, что спасет мир от черной магии. Следовательно, он либо псих, либо идиот. А теперь, если вы не против, я займусь приемником. Нельзя терять ни минуты, Блажкович. Иди за мной к церкви. Здорово, Блажкович! Блажкович! Спасибо, что спасли мне жизнь. Наступаем!
Я ничего вам не скажу. Кружок Крейсау освободит Айзенштадт от вас, нацистов. Даю тебе еще один шанс. Где корабль на пути? Иди к черту. Хорошо, что ты здесь, Биджей. Мы нужны у церкви. Купи все необходимое у торговца на черном рынке. Когда будешь готов идти, подойди ко мне. Чем я могу быть полезен? Готов? Надо спешить. До церкви путь не близкий. Блажкович, этот свет в небе – дело рук нацистов. Ступай к церкви и помоги остановить их, пока они не уничтожили весь город. Нам нужно уничтожить пулеметные гнезда. Лобовая атака – это самоубийство. Пройди их с флангами, принеси уши. Thank you.
Ищи укрытие! Пошли скорее! Я в ловушке! Укрытие! Быстро! Обернула! Прикройте меня! Сюда! Все в укрытие! Внимание! Противник сосредоточил на церкви интенсивный огонь минометов. Необходимо принять все предосторожности при перемещении по улицам. Необходимо всегда носить каску и, по возможности, держаться возле укрытий. Ты! Снеси эти ворота! Быстрее! Проклятие! Нацисты вызывают подкрепление! Нужно действовать быстрее! Вперед!
Держать его! Вперед! Теперь-то ты испугался! Вперед! Победа почти у нас в руках. Наши войска обошли пулеметные точки, простреливающие главную улицу. Мы подошли к церкви на расстоянии прямой видимости, но нам пришлось залечь около отеля «Шлосс». Если вы член кружка «Крейсау», пробирайтесь через катакомбы под гостиницей. Похоже, это единственный путь. Мы прорвались через канализацию в катакомбы под церковью. Мы не знаем, для чего нужна эта машина в церкви, но она точно связана с нацистскими разработками супероружия. Устройство должно быть уничтожено. Тогда, возможно, удастся помешать их исследованиям. Ты что, единственный, кто добрался? А где остальные? Это не важно. Нужно пробраться в церковь и уничтожить машину нацистов. Вперед! Пошли! Поддержка!
такое? Я помог кружку Крейсау уничтожить экспериментальную установку в старой церкви. Судя по всему, она должна была выкачивать энергию из измерения Черного Солнца. Мне нужно продолжать поиски генерала Цетты. Он ключ ко всему, что происходит в Айзенштадте.